Сегодня очередное утро. Скоро будет Thanksgiving Day, и это украшает тыквами все здания, все везде. Вечером красивый Хэллоуин, и после Хэллоуина будет Thanksgiving Day. Это так интересно. Сначала страшный праздник, потом праздник жатвы, когда все собирают урожай, как бы осень заканчивается, сбор урожая. Ой-ой-ой-ой. В общем, едем сегодня на объект к ребятам. Сегодня проспали. Проспали сегодня, снимаю видео, взял телефон. Заказал Марине сим-карту. Она должна прийти на дня на день. Поэтому я все уезжаю. Каждое утро детей отвожу в школу, и Марине ставлю телефон, чтобы она смогла их забирать по навигатору. Она только по навигатору ездит, так как здесь много всяких дорожек, улочек, и она не знает дороги. Вот, заказал сим-карту компании Sprint, безлимитка полностью, там получается 50 баксов. Потом чуть попозже я сделаю мне AT&T, я хочу сделать полностью AT&T, либо Sprint, не знаю, посмотрим, как семейный пакет, он будет дешевле, гораздо. Можно так сделать, что вообще 4 телефона, еще и детям, там будет где-то, наверное, $120 всего, то и меньше, может, даже 100. Вот, а так пока 2 телефона у нас будет $100. В общем, едем. Я получил driver license, мне пришел на почту, так что можете меня поздравить. Пришел на почту, ровно через 2 недели, как я сдал, пришел driver license. Так что я сейчас могу работать на доставке еды, на Uber или Lyft. На Uber пока нет, там, потому что год нужно, чтобы правам было. Вот. Но это все официально полностью через приложение, так как компании работают напрямую с тобой, они работают с тобой как с как субподрядчиком, получается. То есть, что касается меня, у меня пока нет разрешения на работу в США, но я могу работать как субподрядчик на свою компанию, либо вот на такие сервисы, как по типу Uber, как приложение. Uber, DoorDash — это доставка еды. Так что всем хорошего дня. Напишите, как у вас дела, что у вас нового, интересного, что вы хотите узнать про США. Я буду часто об этом говорить, потому что мы сейчас будем жить в США какое-то время. Вот. Я могу, в принципе, мы можем, в принципе, помочь подсказать, как сюда переехать. Кому это интересно, пишите. Будем с вами связываться лично, вот, потому что пока эту информацию я не буду афишировать открыто, вот. Но в дальнейшем, когда все процессы у нас пройдут, да, мы будем это афишировать. А сейчас пока пишите. Всем хорошего дня, всем счастливо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Тут вот в Южной Каролине, ну и вообще по всей Америке, наверное, такие вот дорожки через лес. Я сейчас еду, то белки, то барсуки, то олени, короче, передо мной пробегают, проходят. Вот. Сельская местность такая здесь. Сейчас уже осень, уже вот желтеют листья. Старые домики вот такие вот есть. Прям, я не знаю, 100 лет, наверное. Есть вообще очень старые, похожие как в России. Надо будет как-нибудь снять красные листья. Осень.